Наша съемочная группа спросила у горожан, каким они запомнили свое 1 сентября. Родители работали, все в работе. Меня некому было вести. Не было такого торжества, не было такого празднества. Ребята были очень хорошие, дружные. Были все в школьной форме. Старшеклассники одаривали нас своим вниманием, своей любовью, своей заботой, подарками. Ну, волнение, да, то, что никого не знаешь, еще как бы учителя новые. Это портфель и цветы, и учительница. Но сейчас, к сожалению, все немножко по-другому. Я помню, что я потерялся. Да, и родители вызывали по громкой связи, что подойди.